chido, yo con el voto pues ya estoy activado, ¿no? Обратите, пожалуйста, внимание на тренировки своих педагогов. Напоминаю, что это номинация Breaking, вас так много, мы даже не ожидали. Списков у нас, к сожалению, нет, но у нас есть бешеное желание выявить победителей. Вот это самое главное, и то, что вас много, это очень радует. Замечательный, прекрасный судья мирового уровня, чемпион мира по брейкдансу, который будет оценивать. Вся номинация пройдет до финала. То есть нужно сейчас собраться и вспомнить все свои самые лучшие выходы. И вспомнить то, что вы умеете, и это продемонстрировать в лучшем виде на танцполе. Вот уже поменялась немножко концепция у нас. Друзья, вот вы все знаете главного организатора Владимир Сергеевич Арин. Вот он поднял ручку. Нужно встать за ним в линеечку. Вот тоже концепция поменялась. В линеечку он будет как бы открывать двери для вас. Мир брейкданса. Стоим за спину. За спину. Ребята, советский Югорск, кто занимается первый год или меньше года, все подходим ко мне. Все подходите ко мне, кто занимается меньше года из советского из Югорска. Подходим, подходим, все, кто потерялся, поближе, собираемся, все вместе, так, чтобы нас было видно, слышно и понятно, что мы пришли сюда потанцевать, а не просто посидеть где-то. Все самые маленькие, от 4 до 6 лет включительно. До Нового года в дальний угол уходим за мной. Собрались, подошли. Прошу прощения, до 12 лет и до года. До года опыта, первый год занятий. Ребят, ближе к группам слова уходим. Краю. Дальше от меня. До 12 лет включительно и меньше года опыта. Если вы занимаетесь меньше года и вам меньше 12 лет, вы можете участвовать в этой номинации. Надеюсь, все здесь, все слышали, и я передаю микрофон нашему МС. Ну что, друзья, вот мы здесь и готовы начинать. Ну что, вы готовы начинать? Наш учитель готов, наш судья готов. Видимо, вы готовы? Тогда начинаем. Видимо, врубаем игру, мы начинаем эту номинацию. А Go!